Приветствуем всех на канале интернет-магазин пряжа-пряжа.су. Сегодня подготовили такой рельефный красивый узор для вязания плечевых изделий. Подойдет и для мужских, и для женских. Вяжется очень просто, запомнит даже новичок. Пряжа Ализе Мерино Ройл, 100% шерсть. Оформить заказ на пряжу можно на сайте пряжа.су. Ссылка будет внизу в описании под этим видео. Переходите, можно ознакомиться с цветовой палитрой и оформить заказ на пряжу. Давайте приступим. Раппорт узора вяжется очень просто. Здесь всего лишь 4 ряда, 3 петли, 4 ряда, 4 петли плюс 3 петли для симметрии и 2 кромочные. Так, спицу ловим и вяжем первый ряд. Кромочную петлю снимаем, 3 петли лицевые, 1, 2, 3. Следующую петлю переснимаем, при этом нить держим за работой. Повторяем. 3 петли лицевые, петлю пересняли, нить за работой. Раппорт, как видите, запоминается очень просто. 3 лицевые, петлю пересняли. И так провязываем самостоятельно до конца ряда. 3 петли пересняли, провязали лицевой, петлю пересняли. 3 лицевых. Петлю пересняли. Можно узор использовать и для вязания шапки, и для вязания плечевых изделий и аксессуаров. Петлю пересняли. 3 лицевые, петлю пересняли. И таким образом довязали до конца. У нас должно остаться в конце 3 петли для симметрии и 1 петля кромочная. 3 петли для симметрии, вяжем 3 петли лицевые. И в конце петля кромочная изнаночной петлей. Смотрим, что получилось. Вяжем второй ряд раппорта. Во втором ряду кромочную петлю сняли. 3 петли для симметрии, 3 петли лицевые. И теперь приступаем к вязанию раппорта. Там, где мы петлю снимали, вяжем ее одну изнаночную. Одну изнаночную провязали и 3 петли лицевые. 1, 2, 3. Повторяем раппорт. 1 изнаночная, 3 лицевые. Изнаночная, 3 лицевые. И так до конца ряда. Справится даже новичок с таким узором. Оформить заказ на пряжу можно на сайте пряжа.су. Ссылка будет внизу в описании под этим видео. Переходите. Посмотреть можно цветовую палитру. Также весь ассортимент магазина. 3 лицевые, 1 изнаночная. И у нас осталось всего несколько раппортов. 3 петли лицевые, 1 изнаночная. 3 лицевые. Так, 1 изнаночная, 3 лицевые, петля кромочная. Вяжем третий ряд раппорта. Посмотрите, какой нежный, хорошо держит форму узор. Третий ряд и четвертый вяжем в шахматном порядке. То есть кромочную петлю снимаем, провязали 1 петля лицевая. Следом петлю переснимаем, не провязывая, 2 петли лицевые. Такой будет со смещением узор. И повторяем. 1 лицевая, петлю пересняли, 2 петли лицевые. Лицевая, петлю пересняли, 2 петли лицевые. Лицевая, пересняли, 2 лицевые. И таким образом довязываем до конца ряда. Нам останется только четвертый, последний ряд раппорта. Лицевая, петлю пересняли, 2 петли лицевые. Посмотрите, какой красивый, замечательный узор. Лицевая, петлю пересняли, 2 лицевые. Лицевая, петлю пересняли, 2 лицевые. 2 лицевые. И в конце лицевая, петлю переснимаем. И лицевая, это 3 петли для симметрии. Петля кромочная, то есть нам остался последний четвертый ряд раппорта. В четвертом ряду кромочную петлю снимаем, вяжем лицевая, изнаночная, лицевая. Это 3 петли для симметрии. И теперь вяжем раппорт.
2 петли лицевые, изнаночные, лицевая. И так довязываем до конца ряда. 2 петли лицевые, изнаночная, лицевая. И посмотрим, что у нас получится. Изнаночная, лицевая. Осталось всего несколько рапортов повторить. 2 петли лицевые, изнаночная, лицевая. 2 петли лицевые, изнаночная, лицевая. Подписывайтесь также на наш канал, чтобы нас не потерять. На канале регулярно выходят и видеоузоры, и видеообзоры, и журналов, и спиц, и пряжи для вязания. В конце петля кромочная. Кромочную вяжем изнаночной петлей. Все, смотрим, что у нас получилось. Такой красивый, замечательный узор.